Андрей Дементьев. Я знаю, что все женщины прекрасны и красотой своей, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды или профиль римский, нас покоряет женская душа, и молодость ее, и материнство, и седина, когда пора пришла. Покуда жив, я им молиться буду, любовь иным восторгом предпочту. Господь явил нам женщину как чудо, доверив миру эту красоту. Еще раз поздравляю вас, дорогие наши женщины, с праздником. Будьте любимы и счастливы.